Куба на Ютубе, я Куба на Ютубе. А, Цитина, а, все понял. А, Зинаида? Да. Добрый день. Меня Владимир зовут, я из Ангстрема вам звоню. Есть буквально у вас пару минут? Да, давайте, говорите. А, Зинаида, дело в том, что вы с моими коллегами, девушками общались вчера, заглядывали к нам, да, в гости? Да, только не вчера, я была гораздо раньше. Ой-ой-ой, да, я говорил, да, там несколько дней назад, просто... А, у меня, в общем, у меня вопрос. По поводу гостиной Glaze, нестандарт, вы интересовались, да, я помню? Да. Угу. Ну, вопрос у меня два, короткий первый. Как вообще, насколько готовы в ближайшее время приобретать? Нет, приобретать не буду, по цветовой гамме мне вообще не подходит. А, вот оно что. Понял. У меня цветовая гамма не подходит. Ясно, ясно. А какая у вас? У меня белая. Ага. Ясно. То есть у вас... И индиго. Ой, это венга. А, венге. Да, венге. О, слушайте, очень красиво. У вас такой темненький венге и белый, да, такой два цвета? Да, да, да. Симпатично очень, да. Это у вас в гостиной уже такой стиль сделан, да? Ну, я сделан, и только что вот не хватало, да, небольшого модуля. А, белого нельзя? Ну, к сожалению, то, что у вас цвет там такой коричневатый, он мне совсем не подходит. Понял. Зинаида, я, в общем-то, поэтому-то и звоню. Наверное, мои коллеги не полностью рассказали, может, у них каталог не был под рукой. В общем, есть два цвета, и мне кажется, оба вам понравятся. Первый называется, ну, первый так и называется белый, а второй называется трюфель. Ну, он такой бело-сероватый, такой очень интересный. Вот вы не видели, наверное, их, да? Ну, почему не видел? Мне все показали. Мне даже кубики хотели за день собрать, потому что... Ей показывали этот гид цветов? Наверное, показывали. Можно предложить в индивидуальном. Ага. Тогда у меня... Зинаида, я понял. То есть, если этот цвет будет белый, ну или, может, знаете, еще ножки там можно венги сделать, как-то там дерево обработать, тоже такое сочетание. Нет, я хотела бы вообще целиком все белое. Отлично. Тогда мы можем просто под заказ на вас, для вас сделать ткань именно белую. У нас ее просто в салоне может быть, но я сейчас сделаю так, чтобы вы все увидели. То есть, именно белый цвет вы хотите гостиной, правильно? Можем же, да? Угу. А вот вы хотите, чтобы в матовый отдавало или вот глянец? Как вот я просто смотрю варианты? Нет, глянец нет. Отрицать. Глянец нет. Ну, глянец такой, знаете, успеший. Сейчас матовый. Больше матовый идет. Да, вы правы абсолютно. Да. Угу. Да. Да, а стены у вас обои или покраска? Обои. Ага, беленькие обои, да, у вас идут? Нет, они нежно-зелененького такого цвета. Угу, все понял. Хорошо. Ну что, Зинаида, тогда я тогда по белому. Так, значит, белый мы сможем здесь выдержать полностью. Только вопрос: ткань, кожа, зам. Ну я так понял. Фу, я оговорился. Мы деревянно же делаем, там ткани никакой не добавлять, правильно? Никаких тканей вставок. Да, я по вставкам хотел знать. Фу, прошу прощения, какая гостиная, я думал, мало ли. Все понял. Тогда делаем белое сочетание. У меня вопрос еще. Вы только гостиную планировали или что-то еще? Нет, только гостиную. Угу. И по цене вы проговорили, в целом по стоимости устраивает, да, если главный цвет будет? Ну, по ценам я еще как-то это не успела посмотреть. Я тут по врачам бегаю. Какая у нас цена там? Я только успела посмотреть то, что мне прислали в картинках. Угу, угу. Хорошо, хорошо, понял. А когда вам нужно уже приобретать окончательно? То есть, сами знаете, еще срок изготовления, я поэтому уточняю. Не, у меня сроки пока могут, собственно говоря, ждать. Угу. Не проблема. Угу, угу. Понял. То есть, у вас дача... Мне нужен результат, чтобы я увидела, чтобы это все было в белом цвете. Мы можем что-то скинуть в цвете, да? Ну как, мы сейчас попробуем. Угу. Так... Мне сказали, что... Как девушка зовут, менеджер? Как зовут? Анна. Ага. Я тогда сейчас к Анне подойду. Ну, вы с Анной, наверное, общались, да? Да. Я к Анне подойду и попрошу, чтобы она сейчас в белом цвете дизайн нарисовала и вам скинула. Хорошо, Зинаида? Хорошо, спасибо. Да, и еще, Зинаида, скажите, пожалуйста, сейчас, секундочку. Ребят, тихо. У меня вопрос.
Вот есть какой-то шанс, если, ну, скажем так, по дизайну все подойдет, чтобы до 1 июня мы смогли, ну, там хотя бы частично оформить. Просто сейчас я 15% могу согласовать, а после 15 июня, ну, уже сложнее. Если мне понравится, я увижу, что я хочу, угу. Я к вам подъеду, я здесь не плечу. Отлично, да. А на какой улице вы? Ленинградская. Ой, ну вообще рядом, да, все понял, вам может быть даже пешком. Все, поэтому я знаю. Я в любой момент могу к вам подъехать. Хорошо, хорошо, Зинаид. Ладно, я тогда сейчас мы с Анной подхожу, мы вместе делаем дизайн, все в максимально белом цвете, отправляю, и дальше или я, или Анна будем созваниваться. Хорошо. Спасибо, Зинаид, до встречи тогда. Все сделаем как надо, увидимся, всего доброго. Хорошо, спасибо. До свидания. Приятная женщина, да?